Продолжается расследование и в обоснованности повышения цен на сахар. Уже доказано, что в Шымкенте два сахарных оптовика нарушили антимонопольное законодательство. Факты выявили сотрудники департамента агентства по защите и развитию конкуренции. Оказалось, продавцы отпускали клиентам ходовой нынче товар по разным ценам. А тем временем кондитерские фабрики в мегаполисе уже пожаловались на дефицит сахара. Предприниматели говорят, что не могут найти достаточного для производства объема. Некоторые оказались на грани закрытия. Катерина Попкова продолжит. Предприятие по выпуску рафината и кофе готовится остановить производство. У них заканчивается сырье. Этих мешков сахара хватит только на день работы, говорит директор компании. Больше закупить не удалось. Нам пришлось остановить работу, нам пришлось некоторые договора расторгнуть, так как нету сырья. Мы каждый день ходим. Акимат стучим, мы каждый день Атамикен стучим, мы каждый день по оптовикам ходим. В похожей ситуации в городе оказались не только крупные производства, фабрики, но и кондитерские на дому. В региональной палате Атамикен сообщили, все они останавливаются из-за проблем с сырьем. А ведь там работают сотни человек. Столкнулись с дефицитом сахара на сегодняшний день, где в основном сахар привозится у нас с Российской Федерации, Белоруссии. Из-за того, что Россия в первую очередь поставила обеспечение на внутренний рынок, и из-за нехватка вагонов, которые остались в Украине, на сегодняшний день появился у нас дефицит сахара. Предпринимателей пугают и игры с ценами на сахарный песок. Специалисты департамента агентства по защите и развитию конкуренции решили провести анализ рынка и сразу выявили нарушения. Оказалось, два крупных оптовика в городе отпускали клиентам ходовой товар по разным ценам. Почему такие действия считаются нарушением? Потому что предпринимательским кодексом запрещено применять разные условия к одним и тем же покупателям на одном и том же рынке. То есть должны быть равные условия для конкуренции. Теперь оптовиков ждет штраф. Им придется выплатить от 3 до 5% от полученного дохода. Заинтересовал сейчас специалистов и скачок цен на сахар. Они уверены, есть те, кто решил воспользоваться ажиотажем. Спекуляция на алдын алу максатында. Чтобы избежать случаев спекуляции, мы установили лимит на продажу – 2-3 килограмма в одни руки. В дальнейшем ограничения будут сняты. В торговых сетях, с которыми заключены договоры, сахар регулярно отпускается. В Акимате заверили, сахар в городе есть и его завозят. А тех, кто хочет нажиться на ситуации, продать товар подороже, обещают наказывать. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент. Итоги дня.